Вы наверняка с огромным нетерпением ожидаете даты выхода второго сезона сериала «Дело рук утопающих». На данной картине работал телеканал «Украина» совместно с украинской продакшн-студией. Режиссером картины выступил Антон Азаров, знаком по сериалам «Помолчим», «Мой любимый враг». Марина Коновалюк, учительница в местной школе, осознающая угрозы химической катастрофы при затоплении складов местного химкомбината, решает не только экологические и учебные вопросы, но и серьезные личные. Роль исполняет Елена Шилова. Алексей Трященко – это опытный следователь, при исполнении обязанностей, пошедший на служебный проступок, а отправлен подальше из столицы в Новые Плавни, дабы не напоминал на большем об их ошибке. Роль исполняет Петр Рыков. В сериале также принимали участие следующие актеры – Валерия Ходос, Александр Крыжановский, Дмитрий Чернов. По некоторым данным, известно, что премьера второго сезона пока не назначена и, скорее всего, ее не будет, так как сюжет данной картины имеет вполне логическое заключение. А чтобы не пропустить какие-либо новости по данному сериалу, подписывайся на наш канал.